В этом есть какая-то мистика. Числа 12, которые сложились в эту дату. Я думаю, это не случайность, это не просто так. Понимали, что это когда-нибудь закончится. В жизни театра это случается. Но привыкнуть к этому тяжело. Все прекрасно понимали, и актеры, и зрители, что его болезнь не настоящая. Это вымысел, это миф. Печально для театра, да и зрители его полюбили. Жертва актерская ради профессии. Его запомнят таким, каким мы видели в последний раз. Жизнь продолжается. Все будет хорошо. Прощальные аплодисменты в прямом эфире 12-12-12 на 12-м в 19:00.